Здравствуйте, дорогие зрители, дамы и господа, мы шестой ролик в марафоне группы Seventeen. Прямо перед вами композиция называется Very Nice. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки. Между прочим, это бесплатно для вас и очень хорошо для меня. Так что начинаем. Я точно слышал эту песню где-то в шоу «Всезнающие братья», ее включали, возможно, даже в выпуске Seventeen, который у нас тоже есть на Бусти, если что. Просто я ее слышал, но ни разу не слышал целиком и не видел клип. Слышал отрывки именно. Очень круто звучит, я прямо сейчас добавлю, и знаете, чуть-чуть есть вайб Block B, вот чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть, но на Block B похоже, слегка, потому что у них тоже вот были медные духовые и такая вот немножко лухури, дробь балаганная музыка местами, ну опять же песня Jackpot, если так навскидку, и песня Her, то есть ей. Короче, пока, прям бодрящок. Я забыл, я что-то про музыку рассказываю, я только про эмоции, что-то неправильно. Вдруг я стану таким же реакционером, как все остальные, буду только визжать. Опять же, бас и бочка, вот во всех этих песнях, они очень прямо круто отрабатывали. У меня, видите, дар речи уже пропадает, адекватный. Бас они очень любят, либо их продюсер, либо кто-то еще, они очень любят бас. Я, кстати, еще не знаю на момент записи. О, вопрос, который задам. Они сами себе пишут музыку, или у них есть продюсеры, или там средний вариант, что они принимают участие? Я больше, опять же, повторить вопрос не буду. Ответьте, пожалуйста, здесь, если я там прочту как раз и поставлю лайк, если согласен с вами. А как я могу быть не согласен, если вы возьмете информацию, которую сам могу найти, но мне просто лень. Ну, не лень, а нет времени. Ну, в общем, вы поняли. Хей. Медные духовые тоже очень пробиваются в припеве, и это тоже хорошо. Тому, кто написал припев, нужно реально дать отдельную награду, хотя, возможно, эта песня и взяла награду, но медные духовые здесь настолько чисто звучат и настолько дорого, богато, но без, знаете, вот этой вот напыщенности, потому что медные духовые, они обычно у нас где? В джазе чаще всего встречаются, в ска там, или в какой-нибудь оркестровой музыке, которая мега такая пафосная, эпичная, то есть, ну, либо около панки, которые играют ускоренное регги, либо такие ребята в пижачках серьезные, которые играют в дорогих ресторанах в золоте. Ну, либо музыка из Карима, условно, какая-нибудь. А тут прямо вот в поп-музыке отлично это усели. Уселось плохое слово, уложили хорошо это. И опять же, звук бочки
Мое почтение, он такой мягкий, аккуратный, подталкивающий, но не жирнючий, как мы привыкли в композициях, где есть что-нибудь с надписью 25. Взрыв делает любое видео лучше. Отдельно еще стоит отметить гитары, скрипки. Тоже классно прозвучали. Какой же там еще был инструмент? Подождите. А, клавиши, вот вспомнил. А еще про девушку, которая вот в этом клипе снималась. Ну, это, может быть, прозвучит как... Ну, это шутка просто. Она могла бы сниматься в «Сумерках», если бы «Сумерки» снимали в Южной Корее. Вот такие дела. Композиция отлетела в мой плейлист прямо во время съемок этого прекрасного реакта. Для прекрасных людей. Кстати, о них вот бустеры, список на экран, пожалуйста. Люди, которые проспонсировали и голосовали за то, чтобы это вышло, и благодаря ним вы все это можете смотреть. Так что знаете, кого благодарить. Я-то просто говорящая голова. Ну, возможно, с очень красивым голосом, как некоторые мне говорили. А может быть и нет. Вот. А они заказали это, по сути, и голосовали. Так что спасибо большое вам за то, что я, благодаря, опять же, вам тавтологично звучит, могу через это все пройти. Это звучит как через что-то плохое. Короче, Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Смотрите, проходите, там даже чуть-чуть халявы есть, но ссылки на халяву давать не буду. Поройтесь, поищите, публикаций очень много, но я верю, что вы справитесь. Или подпишитесь и получите доступ ко всему и сразу. Если на второй уровень подписки. Далее. МП Ревьюз, Кей-поп новости, МП Лайв стримы, телеграм-канал Хаб Локации и много других каналов по ссылке в описании. Я по-прежнему Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока.